А сегодня у нас день, когда мы поговорим о будущем, поотвечать на вопросы, которые вас интересуют. Начну, наверное, с того, что еще раз акцентирую внимание на том, что, по сути, сегодня все проблемы человечества связаны с тем, что у людей, у нашего общества нет цели. Есть рыночная экономика со своей идеологией, идеологией извлечения прибыли. Есть финансовая система. Но если вы спросите людей, которые окружают вас, а для чего ты живешь, какой смысл в жизни, он вряд ли ответит на этот вопрос. Лучших предпринимателей России. Да, талантливые люди, да, яркие, да, люди, которые много добились в жизни. Но мне хочется задать вопрос, ну вот ты заработал деньги, а дальше что? Дальше что с этими деньгами? Я думаю, на этот вопрос даже они не могут ответить, почему огромное количество богатых людей, они по сути несчастливы. Вот они добились вот то, зачем бежали, вот за иллюзорной вот этой вот мечтой. А дальше что? Рыночная экономика, она не может определять цель. Она изначально направлена на максимальное извлечение прибыли. Я хочу на этом акцентировать внимание. Она может только вот эта вот погоня за прибылью развивать пороки человека. А экономика, все, что мы делаем, оно должно быть нацелено на развитие человека и общества. Вот должна быть сначала цель, а потом под эту цель уже должны выстраиваться все инструменты. И мировая экономика, и мировая финансовая система. Но пока этой цели нет, мы всегда будем идти в тупик. И сегодня мы это видим, что вот эта рыночная экономика, экономика потребления, она приводит планету к экологической катастрофе и к деградации общества. Видя все эти процессы, мы предлагаем нашим движениям изменить сначала мировую финансовую систему, потому что сегодня те люди, которые управляют нашей планетой как своим дачным участком, они получили эту власть благодаря тому, что сначала подчинили себе мировую финансовую систему. Навязали нам ценности в виде денег, а эти деньги взяли под контроль. Через эти деньги, которые мы с вами зарабатываем, трудимся с утра до поздней ночи, они просто напросто печатают, вбрасывают в экономику. Они скупили СМИ, они скупили все природные ресурсы, корпорации, финансируют те или иные политические силы в странах, они не имеют национальности. Они управляют планетой в целом в угоду собственных интересов. И простой человек сегодня, как и тысячи лет назад, живет в рабовладельческом обществе. Только узы эти экономические, узы эти финансовые. Куда сегодня может пойти простой человек, а без денег? Да никуда. Он вынужден трудиться, зарабатывать эти фантики для того, чтобы оплатить за квартиру. Он вынужден трудиться. И получается, что вот на этот рынок, на общий, кто-то приходит, испек булочки, кто-то ботинки сшил, а кто-то взял просто нарисовал фантики и искупает все, что нами создается. Это несправедливо. Если вы сейчас посмотрите, то существующая мировая финансовая система – это финансовая пирамида, на вершине которой находятся финансовые элиты. Они печатают деньги через Федеральную резервную систему США и дальше уже через Международный валютный фонд, через банковскую систему спускают их вниз, на нижний уровень, сюда, где мы находимся, простые люди. Мы трудимся, зарабатывая эти фантики, нарисованные ими, либо просим их в долг с протянутой рукой, берем в кредит. Какую идеологию мы заложили в призм? Мы вот эту федеральную резервную систему, вот этот печатный станок, опустили вот сюда. На маленькие федеральные резервные системы у каждого человека в его мобильном телефоне. Каждый человек производит небольшую эмиссию новых денежных знаков нашего сообщества. И когда человек становится эмиссионным центром денег, тогда он начинает выбирать, куда эти деньги потратить. Вся экономика поворачивается к нему лицом и начинает работать на простого человека. Уже не вы идете к банкирам с протянутой рукой, а они уже, вся экономика, вся инфраструктура, все обращается в сторону человека. Вот чем наша криптовалюта справедлива и справедливее тех финансовых инструментов, которые существуют. И то, что сегодня пытаются поставить вот перед выбором все общество, либо существующая финансовая система, либо криптовалюта, легализовывать криптовалюту, либо не легализовывать, это по сути опять же вводит людей в заблуждение. Потому что криптовалюты между собой кардинально отличаются. Исходный код криптовалюты — это правило. Вот как правило у игры в футбол, в хоккей. Изюминка и преимущество в том, что эти правила невозможно поменять, если более 51% участников не скажут: да, мы эти правила меняем. А вот правила игры пишутся человеком. Вот правила игры в призм, они выстроены таким образом, чтобы каждый человек имел равные возможности в нашем сообществе. Да, успех может быть, ну, у всех разный.
Кто-то более активно развивает призм, кто-то менее активно, у кого-то более быстрее работает промайн, у кого-то медленнее работает. Но тем не менее, абсолютно равные возможности для всех. Любой человек может установить свою ноду на своем компьютере, любой человек может заниматься форшингом, любой человек может стать вот этой частичкой, акционером, хозяином вот этого нашего сообщества и нашего проекта. Здесь нет элит. И хоть мы и с Юрой являемся основателями, если завтра нас не будет, система все равно будет работать на тех нодах, которые подняты уже в большом количестве стран. Все. Никто из участников не привязан ни ко мне, ни к Юре. Не нужно спрашивать разрешения, каким образом развивать. Используйте все методы. Ведь сегодня в нашем сообществе мы объединяем не только финансы, но и интеллектуальный, творческий потенциал. Чем больше в нашем комьюнити будет участников, тем больше будет идей, тем больше будет инструментов. В любом случае, самые активные, самые честные, самые порядочные, самые открытые, которые больше всего работают, и самые эффективные инструменты по продвижению. Какие они будут? Ну, мы можем только догадываться. Со своей стороны, мы делаем все возможное, чтобы наш призм, он был сегодня самым эффективным, самым технически превосходящим инструментом в области финансов. Сегодня криптовалюта призм – это действительно криптовалюта нового поколения. Это передовая криптовалюта, равной которым нет. Заявлять могут все, что угодно другие криптовалюты, но это вообще по большей части форки биткоина, либо токены на эфира, мало чем отличающиеся от топовых криптовалют биткоин и эфир. Это лишь копии, бледные подобия. Уникальных блокчейнов их мало. Сегодня мы лучшие. И сам призм, наш блокчейн, это живой организм, который развивается. Вот нам год, но мы уже показываем зубы. Когда вот все криптовалюты упали, призм удержался и показал свой потенциал. Завтра он начнет ходить. Я считаю, что ходить он начнет, пойдет, а он пойдет в этом году, потому что уже у нас определенные истории, потому что там говорят, да это хайп, да это как бы, хайпы столько не живут. Уже пока мы запускались, уже многие даже не хайпы соскальзывались. Поэтому в 2018 году мы начнем ходить. Дальше мы научимся летать, а еще через несколько лет мы начнем думать. Я не знаю, приоткроет Юрий Майоров сегодня немножко занавес, каким образом начнет думать наш призм через 2-3 года. Но поверьте, аналогов не будет. Для того, чтобы построить будущее, нужны инструменты из этого будущего. Мы никого не копируем, мы никому не подражаем. Мы создаем абсолютно новые инструменты, аналогов которым нет в мире. Вот если представите наш земной шар вот, ну, в виде шахматной доски, взять любую область там, экономики, финансов, политики, вот есть там фигуры условно, пешки, ферзь, ладья, там, вот если взять, допустим, политику, это вот эти вот фигуры. Гроссмейстеров, которые играют этими фигурами, их буквально там 1-2, там, можно сказать, белый, черный, красный, зеленый. Все остальные страны это либо фигуры на этой шахматной доске, либо зрители, которые наблюдают над процессом игры. Если взять экономику, взять бизнес, это вот корпорации. Есть покрупнее, есть поменьше, которые, есть финансовые элиты, которые играют между собой. Мы не хотим играть в эти шахматы по чужим правилам. Мы создаем свои правила. Мы держимся над этой доской и предлагаем, давайте играть не в шахматы, играть давайте в шашки, условно. Мы придумываем свою игру с справедливыми с правилами. И цель наша основная – это развитие человека и общества. Мы думаем даже не о своей жизни, о жизни наших детей, ну, о дальнейшем поколении, о поколении, которое будет жить через 100 лет. Что мы им оставим? Какую планету? Какую цивилизацию, какую инфраструктуру. Вот туда нужно ориентироваться. Это вкратце сегодня. Хотелось бы пообщаться с вами, ответить на вопросы, какие есть вопросы по развитию. А вчера задавали вопрос по биржам, криптобиржам. Обещали в четверг-пятницу подключение 4 децентрализованных криптобирж. Ну, поживем, увидим, если там четверг-пятницу включат, но в любом случае в ближайшее время они подключат. Децентрализованные биржи, где максимально исключен человеческий фактор, у нас же делистинга нет. Но нужно понимать, что вообще все эти биржи мы подключили только для того, чтобы мы появились на CoinMarketCap, в листинге вот этих мониторов. Потому что пока тебе там нет, как будто тебе вообще криптовалюты нет. Только для этого мы подключили эти биржи, добавили инструмент. Основные продажи идут через обменные пункты призм. И мы считаем, что это правильная концепция. Концепция собственный банк, когда каждый лидер может создать собственные обменные пункты по фиксированному курсу продавать призм. Только
При таком продвижении приз можно использовать будет как полноценный платежный инструмент, чтобы не было вот этой огромной волатильности, чтобы просто не кормить вот этих вот спекулянтов, биржевых игроков, которые вот на искусственных падениях и вот этой вот волатильности курсов криптовалют сегодня играет, а страдает в принципе обычные простые участники. Чтобы этого не было, мы создаем вот свою систему собственных банков. Частных банков, которые основаны на призах. Дальше будет подключение инфраструктуры, магазины, торговые площадки, покупка товаров и услуг. Вот основная сегодня цель продвижения призм, создания инфраструктуры под него. Какие еще есть вопросы? Вопрос первый. Планируется ли участие монеты призм на криптовалюты в Беларуси? Да или нет? И почему, если нет? Используя криптовалюты призм в Беларуси? Да, конечно. Вот на криптобирже будет наша монета торговаться, покупаться? Вот вы должны сегодня понимать, что сегодня любой из вас может вести переговоры абсолютно со всеми биржами по подключению. API для подключения, все, что необходимо для подключения призм к бирже, все выложено в GitHub в публичном доступе. То есть есть биржи, ряд бирж, с которыми мы ведем переговоры о подключении призм. Но тем не менее, мы сегодня, как и простые участники, имеем те же самые возможности, что и вы. Вы также можете вести переговоры со всеми биржами, со всеми обменниками, со всеми магазинами о подключении призм. В том числе по Беларуси, да, мы ведем переговоры, у нас есть план на Беларусь. На какие биржи? Биржи из этих четырех, вот, OpenLeader, BitShares, DIX, и еще какая-то биржа, вот те, которые вот в ближайшее время будут подключены. 27 февраля в Минске состоится конференция «Блокчейн биткоин». Будет там ли представитель? Я, наверное, вряд ли буду, потому что я буду выступать 27-го на конференции в Москве, потому что дал раньше после подтверждения. А представители наши будут. Все мы сейчас знаем, что ЭПС прекратили карточки Visa. Это люди, которые будут, например, выводить призм на эти платежные системы, они не смогут обналичить эти деньги. Планируется ли у нас что-нибудь, чтобы можно было обналичивать призм? Смотрите, сегодня хозяева существующей финансовой банковской системы, видя конкурента криптовалюты, которые сегодня начинают пользоваться огромной популярностью и шагать по всему миру, они, конечно, пытаются затянуть вот этот узел, ставить максимально препоны для того, чтобы вот эта инфраструктура под новые финансовые инструменты на блокчейне выстраивалась. Но, тем не менее, мы ведем работу и к биржам, и к обменникам новые инструменты по пополнению фиат, они будут добавляться. Но вы должны понимать, что сегодня вывод фиат, вот фиат, вот призма, это такое появляет слабое место пока еще. Пока мы не создали инфраструктуру, чтобы можно было пользоваться призмом как полноценным платежным средством, не выводя призм фиат, рассчитываться за товары, за услуги призмом. Но поверьте, акцент нужно делать именно создание инфраструктуры, чтобы можно было рассчитываться призмом, а не подключение вот этих платежных систем, которые способствуют там выводу фиат. Но тем не менее эту работу мы проводим. То есть биржи, которые сейчас подключаются, они тоже ведут работу. Мы вчера разговаривали с хозяином четырех бирж, он тоже ведет работу в этом направлении по подключению различных инструментов по выводу фиат. Плюс сейчас в ряде стран ведется работа по принятию законопроекта в обороте криптовалют, чтобы эти биржи становились полноценным, законным средством, законным инструментом, в том числе и с официальными счетами банковскими и возможностью пополнения выводов фиат, пополнения визы. То есть тоже там. То есть карточки планируются. Да. У меня в структуре есть люди, которые хотят еще открыть один обменник типа CryptoBest или ELK. И есть люди, которые хотят открыть сторонние обменники. И они попросили меня, чтобы я взяла у вас либо контакты, чтобы вы с ними связались. Это не просто люди, это профессионалы своего дела. По открытию обменных пунктов, это вот вы задаете вопрос Юрию Майорову уже об условиях. Скажу лишь одно, что те лидеры, которые хотят открывать собственный обменный пункт, они должны понимать, что это большой труд, большая ответственность, должны быть и большие структуры, и должны быть свои программисты, маркетологи. То есть для того, чтобы выдерживать эту динамику создания новых единиц в среднем по структуре, необходимо трудиться и быть сильной командой. Если они не справятся, это большая ответственность за ними, большое количество людей, которые могут создать больше негатив. Поэтому здесь необходимо понимание того, что это действительно сильная профессиональная команда. Да. Вот с Юрием Майоровым. Так, в принципе,
У меня вопросы только по магазину остались. А я знаю, что в Москве у нас есть магазин. И если бы вы помогли нам создать вот какую-то команду, человек 10, например, свозить в этот магазин. Это уже с организаторами, с Сергеем, а уже там пообщаетесь, каким образом можно было бы вот такое мероприятие там в вашей структуре провести, развивать, увидеть. Вы с нами поговорите тогда. С Сергеем уже. Хорошо, все, на этом у меня все. Спасибо большое. Меня отправляли большие торговые центры в Москве. Я уже Россия, Кибера, Мегаклад, Россия, Я вот отсюда. Что же им предложить? Что сделать, чтобы все эти торговые центры фактически не взяли на плаж? Приоткрою вам такой один из алгоритмов работы. Они сейчас разрабатывают и СОП, и алгоритмы работы. Но, в принципе, это выглядит следующим образом. Регистрируется компания. Эта компания может быть биржа, может быть обменник лицензированный, который заключает договора с сетью, магазин, допустим, Пятерочка, сетью, допустим, туристических фирм по горящей путевке и другими производителями товаров и услуг. Агентские договора, в рамках которых данная компания оптом закупает у них товары и услуги со скидкой, допустим, там 20-30% и проплачивает аванс. И дальше раздает подарочные сертификаты своим участникам, комьюнити. Эти подарочные сертификаты могут быть на бумаге, могут быть на пластике, могут быть на блокчейне. У нас на блокчейне называются они призм. И участники комьюнити этой компании с этими подарочными сертификатами идут в эти компании и по ним получают товары и услуги. Дальше эти компании, эти подарочные сертификаты, призы возвращают вот этой компании, а она оплачивает дальше в рамках агентских договоров соответствующую сумму. То есть вот эта вся схема работы, она легальная сегодня в рамках действующего законодательства Гражданского кодекса и Налогового кодекса до принятия закона об обороте криптовалют, потому что здесь, вот в этих отношениях, входят фиатные деньги. А для простых людей, для вот этих, они фактически рассчитываются призм, получается. Потому что пока нет закона об обороте криптовалют, кто-то называет криптовалюту, кто-то называет там токен, кто-то называет криптотокен. Мы называем, условно, вот в этой схеме подарочный сертификат на блокчейне. Почему на блокчейне? Да потому что удобно в учете использовать, это открытая система прозрачная, исключающая злоупотребление мошенничества. Поэтому вот как вариант. Можете брать за основу, можете использовать свои варианты. Но такие инструменты будут появляться. И вы увидите, что в ближайшее время люди начнут все больше и больше использовать в расчетах криптовалюту. Просто сегодняшние криптовалюты, биткоин, эфир и все остальные топовые, они неудобны в качестве использования платежное средство. Очень долго идет подтверждение транзакции. Часами ты можешь ждать, пока у тебя там пройдет транзакция подтверждения. Не будешь ты стоять в магазине там, у кассы с буханкой хлеба или сидеть в такси, рассчитаться там несколько часов, как бы ждать этого подтверждения. Стоимость транзакции. В том же самом биткоине и эфире попробуйте рассчитаться там за чашку кофе там, в $1 или за буханку хлеба там $0.5. Сколько вы заплатите комиссию? Неудобно. Сегодня эти криптовалюты, они больше используются как спекулятивный инструмент. И их минус, их несовершенство в том, что они непосредственно на proof of work, вот этот перебор хэшевого мусора, они делают пустую работу, сжигают электроэнергию, вот эти вот майнинговые мощности, они создают вот эту высокую себестоимость. То, что по сути является пустой работой и не нужно для обеспечения работоспособности самого блокчейна. В призме все реализовано гораздо элегантнее. И не требуется вот эта вот вся пустая работа, вот этот майнинг, это позволяет призму иметь такую низкую себестоимость и использовать его непосредственно как платежное средство. Поэтому этот будет создаваться, будет развиваться, каждый из вас сегодня, выполняя какую-то работу или создавая какой-то продукт, может его уже предлагать к реализации за призм. И это рекламировать в соцсетях, и это будет все волной нарастать, все больше участников, все большее количество стран. И вы сами увидите, насколько завтра уже будет выбор у вас большой товаров и услуг для покупки за призм. Все только начинается. Еще вопросы? Виктор, Красноярск. Мы бы хотели использовать призм как народную криптовалюту в коммуникации Банка СССР со всеми структурами РФ, чтобы действительно работало. И именно на государство, именно в первую очередь на граждан СССР, на наш народ, а потом на всю землю.
Я вас услышал. Смотрите, призм — это полностью децентрализованный инструмент. Да. И здесь абсолютно равные возможности для всех участников. И у меня абсолютно такие же инструменты, и кошелек, и возможность там поднять ноды, как и у Юры Майора, так и у, как и у вас, и у тех людей, которые придут в призм завтра. То есть здесь не нужно у кого-то спрашиваться какого-то согласия на что-то. Видите инструмент, видите возможность его применения и реализации, используйте. Поэтому даже какой-то там негатив там, в адрес там, каких-то лидеров, я воспринимаю следующим образом. Хотел бы обратиться ко всем участникам. Критикуешь — предлагай. Предлагаешь — бери ответственность и делай. Поэтому поменьше критикуйте друг друга, не ошибается тот, кто ничего не делает. Если видите, что что-то не так, используйте и показывайте всем правильный путь развития. Что касается вашего проекта, вот задач у команды разработчиков, у программистов, там, блин, на несколько лет вперед. Вот точно мы не будем где-то чего-то делать, там вот по уши. Вот мы уже себе столько всего набрали и запланировали, то точно не сможем сейчас отвлекаться на какие-то вспомогательные вещи. Поэтому подбирайте программистов, подбирайте команду маркетологов для развития, выстраивайте вот эти все инструменты развития. Не нужно нас спрашивать разрешение на это. Но хотелось бы всем сказать, что, друзья, еще повторяю, для строительства будущего нужны инструменты из этого будущего. Ну, смотрите вы в прошлое, смотрите вперед, туда. Туда. Создавайте новые инструменты, новые схемы работы построения общества. Да, неплохое время было в Советском Союзе, но можно построить сегодня совершенно другой мир. Вообще, без границ, без барьеров, без войн, без революций, без коммунизма. Заниматься творческой реализацией. Обеспечить всех людей, живущих на земле. Махатма Ганди сказал: мир слишком большой, чтобы удовлетворить потребности всех людей, живущих на земле, но он слишком мал, чтобы удовлетворить человеческую жадность. Поэтому давайте выстроим правильную экономику, выстроим мировую финансовую систему. И поверьте, каждый человек будет заниматься 2 часа в день общественным значимым трудом, все остальное время посвящать творческой реализации. Я вам расскажу такую историю, кому-то рассказывал, кому-то нет. Вот когда первый раз приехал в Индию, еду на машине и вижу огромное количество людей, которые живут в коробках вдоль дороги. Целый квартал, где-то вот стройка начинается, дом строится, и сразу тут папа пошел на стройку, на работу, мама где-то вот, служанкой где-то там, да, стирает, убирает там у каких-то богатых людей. А ребенок вылез, правда, все дети как-то вот чистенькие, все в школу пошли. Все, даже из этой трущобы, там она из кирпичей выстроена, там где-то там шифером накрыта, или там вообще картонная. Вылез и пошел в школу, вот что удивляло. Но тем не менее, когда приезжаешь мимо, ты едешь и думаешь, пугает даже не то, в каких условиях они живут, потому что, в принципе, там никто не голодает, еда очень дешевая, и, в принципе, и от холода никто не болеет, потому что там тепло. Но тем не менее, пугает другое. Отношение этих людей к своей жизни. Их этих людей называют маленькие люди, маленький человек, и пугает то, что они сами себя так воспринимают, как маленький человек, как кошечка, как собачка, он с этим смирился. Его все устраивает. Ты едешь и думаешь, вот им не повезло, а тебе повезло, ты полноценный человек, у тебя там нормальное жилье, там дети в школу уходят хорошую, медицинское обслуживание, все совершенно по-другому. Вот ты человек, а вот ему, не повезло, и вот он в таких условиях. На самом деле не совсем так. Мы точно такие же маленькие люди по отношению к тем финансовым элитам, которые находятся наверху. Точно такие же. Вот они смотрят сверху вниз на нас и думают вот то же самое. Проезжая на своих лимузинах, что вот они, маленькие люди, которые ничего в своей жизни не делают для того, чтобы изменить и свою жизнь, и жизнь своих детей и внуков, чтобы они жили по-другому. Страшно это. У меня все хорошо в жизни. У меня любимая жена, дети, все. Я бы мог бы сесть спокойно и успокоиться. Но я вижу огромное количество несправедливости. Вот огромное количество людей, которые находятся в тяжелых условиях, которые 99% своего времени занимаются той работой, которая им даже не нужна, нелюбимым делом. Выживание.
выживают. Конечно, я знаю, что можно построить совершенно другое общество. Можно. У нас все для этого есть. И ресурсы, и технологии. Просто необходимо произвести вот эту реализацию, перестройку и дать людям по-настоящему честные, прозрачные инструменты. Поэтому призм, который мы сделали, мы не регистрируем ни товарный знак на него, никакие права на него заявляем. Мы даем абсолютно равные возможности всех и дарим этот инструмент людям, для того, чтобы они получили финансовую и экономическую свободу. Все, спасибо. Как призы можно использовать на площадке перевода? Вы знаете, вы как, вот сейчас этот вопрос выглядит как... у вас очень талантливый ребенок родился, вот ему годик, как бы, ну мы видим, что способность у него он очень делает. А может он вот сейчас у вас булки печь? Пока булки печь не может, но... Поверьте, с развитием нашего сообщества во всех странах, когда будет большое количество людей, когда будет большой оборот призма, можно будет любые суммы вводить и вводить между странами, вообще границ не будет. С минимальной комиссией. Сегодня комиссия призм 0,5% от любых сумм. А если сумма комиссии достигает 10 призм, то есть эквивалентно сегодня 10 долларов, она фиксирована абсолютно даже для самых там, крупных сумм, там, 10 миллионов призмов. То есть это сегодня самая низкая комиссия вообще из существующих там, децентрализованных финансовых инструментов, которые даже себя позиционируют как децентрализованные, хотя по сути таковыми не являются. Об этом мы говорили вчера, что все криптовалюты, в том числе биткоин, которые себя позиционируют как децентрализованные, это иллюзия децентрализации. Кто-то заявляет, они либо не понимают даже основ блокчейна, либо нарочно вводят людей в заблуждение, потому что все криптовалюты, в том числе биткоин, по мере своего развития центрируются и не являются децентрализованными инструментами. Призм сегодня единственный децентрализованный финансовый инструмент. Спросить. Да. И про народ рассказали. Как они отнеслись к призму? Вы знаете, у меня в Индии огромное количество моих сторонников и лидеров движения CWT. Много людей, которые разделяют. Я и принес им туда эту идеологию еще в 2011 году, в 2012, там миллион участников. Но идеологию даже писал максимально просто, саму книгу, это практически курс лекций, максимально простым языком, то, о чем мы говорили на всех конференциях, начиная с 2011 года, для того, чтобы максимально просто донести до людей даже с уровнем образования ниже среднего. Но, что касается призма, с 2011 года они настолько поднаторили, особенно лидеры, это прежде всего там сетевые лидеры, что они сейчас запускают свои проекты, вот эти как бы, ну, равнокойные, я их называю, как бы, которые ничего из себя не представляют, которые по сути являются форками либо биткоина, либо токена, и они зарабатывают. Вроде как идеологию поняли простую, но вот свои сети, вот сетевые лидеры, которые выстраивали там с 14 лет, они вот никому не дают, и у них вот этот бизнес идет. Но эта волна, она пройдет, вот эта волна хайпов, как вот в свое время прошла вот эта вот волна финансовых пирамид. Все, уже они такой популярность имеют, уже вот сейчас вот бренд вот этой вот, вот криптовалюты, под прикрытием вот этой видимой там децентрализации якобы, людям впаривают по сути те же самые вот эти пирамидки. Но уже многие люди перестраиваются, они говорят: Алексей, мы устали. На этом рынке, вот в Индии, там сотни криптовалют, и там каждый день создаются новые токены. Они говорят: ты понимаешь, там нет ни одного постороннего человека. Все хозяева вот этих, ну, криптотокенов, это все лидеры, которых ты взрастил, воспитал еще в 2011-2012 году. Они поняли о том, что деньги делаются из воздуха, они в совершенстве владеют идеологией CWT. И они сегодня вот создают вот это, ну, но они пока еще сами, вот им деньги, глаза, как бы, ну, у них там все хорошо. И они не разобрались именно в механике, во слово блокчейн. Когда они разберутся, когда они начнут понимать, ну, ценность вот этого инструмента, и что, ну, криптовалюты кардинальным образом отличаются, все пойдет совершенно по-другому. Уже начали многие перестраиваться, уже начали люди простые из-под них переходить и сами интересоваться призмом, пользоваться. Этот процесс идет. Уже запущен обменный пункт, обменник в Индии. Приезжали крупные сетевые лидеры, которые говорят: Алексей, мы перестраиваемся. И вот увидишь, все вправо. Пусть не спеша, пусть не это, но мы начнем, и не только Индия, но и вся Азия будет в призме. Так что все только начинается. И главное не торопиться. И съедешь дальше в Индии. Нет, в Армении очень мало народу пользуется криптовалютой. Катерина, это теперь ваша задача, чтобы... Бурные аплодисменты, Катерина.